Очень нежная, воздушная скумбрия, запеченная в духовке. Рецепт внизу, под видео, в описании. Мы смешиваем майонез, соевый соус и горчицу. Рыбу заливаем этим маринадом, и около получаса она должна настояться. В емкость, в которой мы будем запекать, выкладываем первым слоем лук, нарезанный кольцами, и на него выкладываем рыбу слоями. Запекаем в духовке при температуре 180 градусов 40 минут. Кушайте на здоровье. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.